Приехали на монтаж летнего душа. Здесь у нас каркас, поликарбонат белый, плюс прозрачный бак 250 литров с подогревом. Будем устанавливать на брус, плюс трапик. Трапик идет брусок 30 на 40. Будем устанавливать вот сюда, вот на эту цыпку. С размером 1 на 2, 2600 высотой, с раздевалкой, плюс парник. Собрали уже брус для душа, подготавливаем трапик. Здесь у нас собирается каркас, лежа на земле, и обшивается поликарбонатом. Поликарбонат у нас идет белый на стены, на парник идет прозрачный. Здесь у нас дверь будет, резинка, уголок дверной. Сейчас будем накрывать его, переворачивать на другую сторону, вставлять бак и прикручивать уже вторую сторону. Такой вот летний душ, 1 на 2 с раздевалкой, 2600 он идет высотой с парником. Начали монтаж летнего душа с размерами 1 на 2 с раздевалкой, 2600 высотой. Установили на брус 100 на 100 обработанный антисептиком. Также брус закрепили якорями, 4 штуки по углам. Также защита свод для поликарбоната, торцевой профиль. Стоит дверной уголок и резина торцевой планиди на парнике. Поликарбонат идет белый 4 мм и прозрачный на парник. Бак идет 250 литров с подогревом. Трапик собранный, 30 на 40 брусок. Каркас идет из инстинктовой трубы 20 на 20 плюс 20 на 40. Плюс покраска полимерно порошковым способом. Летний душ 1 на 2, 2600 высотой с раздевалкой.